ребят, потому что они отдали все силы, желание на победу. Футбол мяч круглый, и бывает, что он просто не идет в ворота. Хорошо, что в конце все-таки фортуна нам улыбнулась. И наше желание, и наше мастерство, оно воплотилось в забитый мяч и заработанные честно 2 очка. Ваши вопросы? Сергей Мордасевич, пресс-бол. Удаление у соперника помогло вам или наоборот победило? Я думаю, что ничего не изменилось. И Сочтан бы продолжала бы играть. И я не думаю, что сильно нам оно как-то сильно повлияло. Рисунок игры. Андрей Масловский, трибуна. Из-за службы в армии Антон Сорокин не мог нормально тренироваться с командой. То есть сегодня он провел весь матч, забил победный мяч. Как вообще вот его эта отлучка повлияла на его форму и довольны ли вы тем, как он сыграл? Я знаю, что по максимуму выдал все то, что там они занимались, они тренировались. Вот. Ну, конечно, не в самых оптимальных кондициях, но я видел это желание, что поэтому мы его до конца не меняли и до конца надеялись, что он сможет решить. И этот момент у него предоставился, и он решил. А насколько эта отлучка сказалась на взаимопонимании его и Хвощинского? Потому что были пару моментов, когда они вроде в одну зону там смещались, когда надо было разойтись. Ну, я думаю, что вам тоже стоит сесть в армию, и потом я вас даже в составе выпущу, и вы посмотрите, как это, хорошо или плохо. Договорились? Ну, я уже не годен, но вряд ли я буду. Ой, нет, ничего. Можно по звонку, можно в партизаны. Это нормально. Еще вопросы? Дмитрий Синяк, спортивная панорама. Ваша команда сегодня сделала 17 ударов, однако по-настоящему 100% моментов не было. Как это? Не тревожно перед скорым стартом в Еврокубках? Все-таки там соперники будут не как и Сочи. Не такого уровня. 17 ударов – это мало или много? Много. Но 100%. Я скажу так, что были хорошие удары. Где-то были удары, которых не хватало именно чуть-чуть точности, вот. Но были удары, которые реально это, ну, это наше мастерство. На словах ты ничего не поменяешь, надо просто очень много работать, тренироваться, ставить этот удар. А в целом я доволен, что ребята наносят удары, то, что они нацелены на ворота. В конечном итоге вот гол мы забили как после удара. И вы знаете, когда команда играет, обороняется всей командой, 10 человеками. Вы понимаете, что приходится где-то и издали наносить удары, потому что не так просто взломать такую дорогу. Но если вы посчитали, мы угловых подали, наверное, не знаю, может, под 15 или сколько, и сколько у нас прострелов было с двух флангов. Да, нам не хватает, может быть, таких гренадеров, но мне больше нравятся игроки быстрые, умеющие обыграть, умеющие движущиеся, а не там высокие столбы. Поэтому ничего страшного. Конечно, пришлось там взламывать фланги и туда доставлять мяч. И соперник неплохо оборонялся. И Ислач, поверьте мне, она команда неплохая, боевитая. Я видел игру с Шахтером их вживую. Очень хорошая игра была. Но мы сегодня сопернику практически вообще ничего не позволили создать. И спасибо.